лейтенант Феликс Монкла. 23 ноября 1953 года над озером Мичиган радары засекли неизвестный летающий объект. В связи с этим для перехвата подозрительного объекта в воздух был поднят истребитель. Диспетчеры уверяли, что когда истребитель приблизился к неопознанному объекту, они оба куда-то исчезли. В связи с этим началась поисковая операция, которая не дала никаких результатов. Обломков самолета так нигде и не нашли, вследствие чего об инциденте с исчезновением истребителя узнало много людей во всем мире.